Всем привет! С вами Катя из команды Чесмотек. В этом видео мы узнаем о ценности фигуры, решим упражнение в приложении Чесмотек. Каждая шахматная фигура имеет свою ценность, и эту ценность принято измерять в пешках. Итак, если пешка оценивается в 1 балл, соответственно в 1 пешку, то конь оценивается в 3 пешки, столько же стоит и слон, ладья сильнее слона и коня и стоит 5 пешек, а ферзь стоит целых 9 пешек. А какова ценность короля? Она очень велика, можно сказать, что его величество оценивается примерно в 100 пешек. Перейдем к примерам в игре, где мы часто сталкиваемся с выбором, какую фигуру противника лучше взять. Ладья угрожает обеим фигурам, пешке и ферзю. Давайте вспомним, какова ценность пешки. Да, всего лишь 1 балл. А какова ценность ферзя? Целых 9 пешек. Так что стоит взять нашей ладье? Конечно, ферзя. Давайте решим еще один пример. Перед белым королем стоит непростой выбор, какую фигуру лучше взять – коня, слона или ладью. Давайте вспомним, какова ценность коня и слона. Правильно, 3 пешки, а ладья – 5. Предпочтем забрать ладью. Удачи в шахматной математике Чесмотек! Увидимся в следующем видео!